Акция началась с минуты молчания. Присутствующие почтили память погибших в войнах и локальных конфликтах. В ходе мероприятия бывшие военнослужащие рассказывали о службе. Также была организована выставка мототехники. Кроме того, дети смогли оценить вкус содержимого сухпайков, которые дают солдатам российской армии. Все мероприятия сопровождались живой музыкой военных лет. Дети тоже приняли участие в концерте. Они показали театрализованное представление, специально подготовленное ко дню ВДВ, и вручили героям праздника, бывшим военнослужащим ВДВ, подарки, сделанные своими руками.